В Оренбурге прошел образовательный семинар для глав муниципальных образований области, специалистов сферы образования и молодежной политики. Цель – координация деятельности первичных отделений движения первых в Оренбуржье. Не так давно первое отделение движения открылись в регионе. Движение, оно с самого момента своего возникновения, просто даже по формату и по выбору названия, и по тому, как происходили учредительные мероприятия, это движение детей. Какие ориентиры им сделать? Как сформировать у них картину мира, чтобы чувство про патриотизм, про долг, про верность Родине, про защиту Отечества, это было не только про службу вооруженных сил, но это было прямо вот про четкое абсолютно сознание, что здесь твой дом. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» – это государственная детско-молодежная организация. Своего рода это продолжатель традиций пионерии. Не так давно Оренбуржье получило средства на развитие первичных организаций движения в школах региона в размере 141 миллиона рублей. Конечно, нужны мероприятия, в которых молодежь должна принимать участие, мероприятия, которые бы учили нашу молодежь, но и мероприятия, которые делали бы ее, наверное, более патриотичной. Поэтому в этой сумме есть составляющая, которая будет потрачена на создание молодежных центров. Один будет в городе Оренбурге и один в городе Гае. А остальная часть суммы, половина, это, конечно, те активности, которые мы будем проводить не только в городе Оренбурге. В дальнейшем надеемся, чтобы молодежь оставалась в Оренбургской области. Это одна из самых главных задач. Захотела здесь жить, учиться, жениться и работать. После съезда в муниципалитетах региона начнется активная работа с детьми по вовлечению в движение. Сейчас в движение входят все детские и молодежные общественные организации, включая юнармию, студенческие отряды и многих других. Курировать движение будет Министерство молодежной политики. Кроме того, что детей вовлечь в какие-то движения в формате внеурочной активности, патриотической работы, спортивная, театральная, волонтерская, военно-патриотическая. Мы вспоминаем вот эти все 12 направлений. Первая задача, конечно, формирование адекватной картины мира. Роман Ланцев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.